Главное легкоатлетическое соревнование этого года – командный чемпионат Европы по легкой атлетике – стартует в столице Чувашии. В Чебоксарах соберется вся европейская легкоатлетическая элита – спортсмены из 12 стран Старого Света, которые будут бороться в течение двух дней за медали соревнований Суперлиги в 40 дисциплинах. Проводить международное состязание республики не в новинку, однако мероприятие такого уровня состоится в Чебоксарах впервые. Это очень серьезные соревнования европейского, мирового уровня. А самое главное, я считаю, что это подтянет наших юных горожан, юных жителей нашей республики заниматься спортом. К ответственному мероприятию серьезная подготовка всех органов власти республики по всем направлениям. Все к этому, к выполнению своих обязанностей, в принципе, подошли неплохо. Со всей ответственностью хочется надеяться, что горожане получат очень много хорошего настроения, много положительных эмоций. И самое главное, они в лишний раз убедятся, что наши спортсмены конкурентоспособны на международной арене. Увидеть главные спортивные достижения можно будет на стадионе «Олимпийский». Он станет центральной ареной предстоящих соревнований. На стадионе «Спартак» пройдут состязания по длинным метаниям. Спортивный объект уже готов принять участников и болельщиков. Отремонтированы трибуны, сделаны беговые дорожки, на флагштоках развиваются флаги стран-участниц. К вопросу размещения подошли основательно. 12 гостиниц Чебоксар уже готовы принять гостей и участников чемпионата. Номерные фонды и конференц-залы подготовлены согласно требованиям Европейской легкоатлетической ассоциации. Разработано специальное меню. Работа по подготовке гостиничной структуры велась около 2 лет. Надеюсь, что мы не подведем нашу республику и наше руководство республики, что гостиничный комплекс, гостиничное хозяйство города примет более 1500 спортсменов, участников этого грандиозного соревнования на 5 с плюсом. Это действительно значимое мероприятие для нашего города и для республики. Во всей столице Чувашии ощущается атмосфера предстоящего спортивного праздника. Остановки общественного транспорта, маршрутки и троллейбусы – все они украшены символикой грядущего события. На центральных улицах города размещены плакаты, транспортные перетяжки и билборды. Установлено множество флагов чемпионата, ежедневно на видеоэкранах транслируются спортивные ролики. В Чебоксарах появились и особенные клумбы в виде символа чемпионата, специально к грядущему состязанию. Оформлены цветники на Красной площади, в местах проведения мероприятий, на транспортных развязках. Установлены специальные туристические указатели достопримечательностей и спортивных объектов на русском и английском языках. Также проведена реконструкция фасадов и обшивка балконов жилых домов. Жители Чебоксар уже отметили проделанную властями работу и с нетерпением ждут старта чемпионата. Я очень рада и горжусь тем, что наш город Чебоксары принимает атлетов со всей Европы. Стимул для развития нашего города. Проведение таких соревнований учит молодежь здоровому образу жизни. Конечно, здорово. Молодежь будет на кого сравниваться. Да, Катюш? Дети у нас спортом занимаются, так что, конечно, мы приветствуем только. Командный чемпионат Европы – праздник для чебоксарцев, гостей столицы и для всех любителей спорта. Но прежде всего это дух соревнований. Сильнейшие спортсмены Старого Света получат особенные награды. Дизайн медалей разработали чувашские художники. На них изображены логотип Европейской легкоатлетической ассоциации и символ Чувашии – монумент матери-покровительницы. Они изготовлены из высокопрочного сплава. Всего будет разыграно 70 комплектов наград. Такие медали будут вручены каждому победителю и призеру в составе своих команд командного чемпионата Европы. Помогать в организации и проведении состязаний будут волонтеры. Кстати, мог далеко не каждый. Знание иностранных языков и опыт участия в организации спортивных мероприятий обязательны. С конца прошлого года ребята проходили различные собеседования, на которых они показывали свои навыки. В результате выбрали 350 человек, самых активных и устремленных ребят. Вот уже несколько дней волонтеры проходят аккредитацию и получают соответствующую экипировку. Толстовка. Толстовка. Кепка. Кепка. Рекордка. Рюкзак.
А из них Мхитарян из Йошкар-Олы, волонтер со стажем. За ее плечами не одно спортивное мероприятие. На командном чемпионате она будет участвовать в церемонии награждения спортсменов. Это было неожиданно, потому что я думала, попаду на работу со зрителями, потому что на универсиаде тоже была работа со зрителями. А здесь это что-то новое, и это так прям гордость такая, что на чемпионате Европы ты участвуешь волонтером в церемонии награждения. Волонтер, как говорится, это состояние души, так что все спортивные мероприятия, которые мне интересны, которые проходят в нашей стране и близко тем более к нашему городу, почему бы не поучаствовать, набраться опыта? Волонтеры будут трудиться на соревнованиях по 13 различным направлениям. Это и работа со зрителями, и работа с командами. Несмотря на то, что набор волонтеров на проведение чемпионата завершен, желающих помочь меньше не становится. Для нас это первый большой европейский опыт, потому что в свое время, когда проходил Кубок мира по спортивной ходьбе, ну, были волонтеры, но немножко как бы уровень подготовки был другой. Да, у нас был опыт проведения форума «Россия спортивная держава», но это совсем другое. Надеюсь, что первый блин не окажется комом. Мы готовы, и лично я уверен в каждом волонтере. На церемонии открытия чемпионата Европы жителей и гостей столицы Чувашии ждет немало сюрпризов. Одним из них станет масштабное театрализованное представление, во время которого пройдет презентация команд участниц чемпионата. Специально для этого шьются платья и кокошники для девушек, которые будут представлять 12 европейских стран. Они будут выполнены в цветах логотипа легкоатлетических соревнований. Есть некоторые детали, которые мы пока не раскрываем, они будут раскрыты в момент церемонии открытия. Есть такие какие-то штучки, которые мы изготовили, но вам их сейчас не покажем, чтобы не раскрывать всю тайну. Для Чебоксара это огромное событие, и встретить его мы должны все-таки достойно. Я считаю, что у нас все получится, и будет вообще красиво, потрясающе. Творческие коллективы «Чебоксар», спортсмены и волонтеры, более 300 человек подарят спортивную сказку горожанам. Готовиться к этому событию начали несколько месяцев назад. Все участники проходили строгий отбор. Отбор есть везде. Просто мы, наверное, действительно лучше, раз выбрали нас. Тренировки жесткие. Эмоций на самом деле много, потому что мероприятие действительно масштабное. Нам очень приятно то, что мы являемся частичкой данного мероприятия. Мы обязательно попытаемся оправдать все ожидания и выложиться на сцене просто на 100%. Специально для организации церемонии открытия в столицу Чувашии пригласили заслуженную артистку России Людмилу Байкову. Она уже поставила множество различных централизованных представлений по всей стране. Но концепция чебоксарской постановки особенная. Да здравствует молодежь, вперед молодежь. Мы за мир, за дружбу, за счастье, чтобы у всех было все здорово. Мы оптимистичная страна, у нас классные ребята, классная молодежь. И мы должны это поддерживать и показывать всему миру. Обзавестись собственной звездой, символом чемпионата, звездой Шоудер, теперь может любой желающий. В столице республики появились специализированные точки продаж. Превратиться в настоящего болельщика просто в палатке можно купить футболку и кепку символика предстоящего спортивного праздника. Выбор сувениров на память велик. Есть кружки, канцелярская продукция, магниты, значки. В отдельном ряду вкусный тематический десерт, самое настоящее печенье. Там же можно приобрести билеты на соревнования. Здорово, то, что ты спортсмены приедут к нам. Мне очень нравится смотреть чемпионаты разные. Я и решил приобрести символику. Чебоксары на целых 2 дня превратятся в легкоатлетическую столицу Европы. Лучшие из лучших будут устанавливать новые рекорды, а следить за ними будут миллионы болельщиков и телезрителей. И на сегодня уже подтвердилась телетрансляция в 14 странах Европы плюс Евроспорт. Это значит покрытие всех стран Европы плюс еще и вне европейских стран. Я уверен, что соревнования будут и смотреться хорошо, и пройдут хорошо. Решение международных спортивных обществ доверить организацию и проведение чемпионата такого уровня Чувашии – результат слаженной, долговременной и кропотливой работы всех органов власти республики. И можно сказать, что к дебютному командному чемпионату столица Чувашии готова на все. 100.